Всем привет! Сегодня выпал первый снег. Пойдемте прогуляемся в парк. Машины замучили. Посмотрите, какая красота. Какие прекрасные желтые листья. Сейчас мы зайдем в парк, и машины уже не будут мешать нашему приятному общению. Я хочу походить вот по этому снегу, который лежит на газонной травке. Какая красота! Может быть, вы услышите звуки моих шагов. Слышите?
сосна. Может быть, мы сейчас услышим, как хрустит снег с этой сосны. Слушаем просто звуки.
Сегодня я знакомлюсь с вами и хочу, чтобы наше с вами знакомство состоялось и, может быть, продлилось подольше, потому что я на самом деле делаю это для себя. Хочу чем-то заняться в жизни, в связи с тем, что в настоящее время я не работаю, сижу дома, занимаюсь хозяйством, дружу со своими подругами и люблю своего любимого. Так получилось, что я сейчас не работаю. Не подумайте, что я беременна. Это меня очень улыбнуло. Я взрослая женщина. Мне 45 лет. Меня зовут Оксана. Оксана. Правильно пишется. Через О. Оксана. Вот. Я решила свой канал и снимать вот такие какие-то прекрасные, успокаивающие, релаксирующие видео шепотом и разными другими приемами. Посмотрим. Это первое мое видео пробное. И какая же прекрасная погода. Я обожаю такую погоду. А вы пишите мне в своих комментариях, что бы вы хотели увидеть, услышать, почувствовать. С чашечкой чая из травки. Травку я собираю сама в горах. Это мята, чабрец, ромашка. Вот, выпью-ка я чашечку чая и немножко полежу. Подумай.